Здравствуйте, всех зрителей БУК ТВ. Мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». В ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста, подготовленный корреспондентами нашего канала. В студии Виктория Нечаева. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы выпуска. В мемориале «Брестская крепость Герой» прошли памятные мероприятия, посвященные 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Участие в митинге реквиями принял президент Беларуси Александр Лукашенко. Память вечна. Так должно быть, и это будет всегда. Будут звучать слова благодарности, будут гореть свечи памяти, а люди будут нести цветы к вечному огню, пламя которого горит в честь солдат войны. Глава государства встретился с военнослужащими 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, подчеркнув, что главная задача армии сегодня – защита страны. На встрече с хозяйственным активом региона Александр Лукашенко подчеркнул, что Брест может стать главным логистическим центром региона. Они следят, как соблюдаются законы, представляют обвинения в судах и контролируют деятельность правоохранительных органов. Работники прокуратуры отметили накануне свой профессиональный праздник. В эфире «Итоги недели» мы начинаем. 22 июня народ Беларуси в очередной раз склонил головы у братских захоронений и мест, где проходили самые сложные и самые кровопролитные сражения Великой Отечественной войны. Именно с этого дня начался отсчет страшных событий Великой войны для жителей Советского Союза. 1418 дней и ночей, казавшихся тогда целой вечностью. По традиции, мероприятие «Реквием» в этот день прошло на территории Брестской крепости. Цитадель первая встала на пути врага, и подвиг ее защитников бесценен. В этом году участие в Дне памяти и скорби принял глава государства. Александр Лукашенко возложил цветы у вечного огня и выступил с обращением к тем, кто решил провести этот памятный день в цитадели над Бугом, месте, где начала коваться победа 45-го. В то время как на востоке большой страны начинался новый день, 22 июня 1941 года, на западной границе Советского Союза еще продолжалась самая короткая в году ночь. И никто не мог даже предположить, что этот день станет началом самой кровопролитной войны, которая продлится долгих 4 года. Сегодня, спустя 79 лет, руины и фрагменты отдельных зданий цитадели рассказывают больше, чем учебники и книги. Трещины в их стенах и бойницах, словно морщины, с годами становятся грубее и отчетливее показывают масштаб трагедии. Последние выстрелы Великой Отечественной войны отгремели давно, но 22 июня навсегда останется днем памяти и скорби. Память – самое главное чувство. Память о тех, кто пролил кровь, о тех, кто остался здесь навеки, для того, чтобы мы жили сегодня с вами. Наши дети, наши близкие, родные. Ну, это, наверное, самое главное чувство. Брестчанам, наверное, нужно помнить эту дату, потому что мы живем в таком городе, который первый принял на себя удары войны. Поэтому сегодняшнее мероприятие – это не просто чувство патриотизма. Это чувство, наверное, человечности, памяти. И мы должны помнить об этом и знать об этом. Пандемия коронавируса внесла некоторые коррективы в формат проведения мероприятия. Была отменена реконструкция, однако это нисколько не сказалось на желании людей быть в этот важный для нашей общей истории день вместе у монументов мужества и жажда. Не ради славы, а ради жизни на земле погибали защитники Брестской крепости, порой не сохранив для нас даже своих имен. Безымянными рядовыми бойцами Родины многие из них полегли на крепостных камнях, но их подвиг жив в сердцах. Дед воевал у меня. По маме на линии деда дошел до Берлина, был пулеметчиком, был контужен, тяжело ранен. На его глазах, вот у нас семейная такая история, возлагались, водрузил Егоров и Кантария флаг на Рейхстаг. Поэтому, да, такие рассказы есть, нас это коснулось, поэтому мы так близко воспринимаем и захотели прийти почтить. 22 июня – это день памяти. Все-таки в этот день началась война, и началась она именно здесь, в Бресте. И живя в Бресте, будучи брещанами, наверное, по-другому мы просто поступить не можем. Родной брат моего деда дошел до Берлина, воевал, как бы был награжден медалями. Дед мой был еще молод достаточно, ему было 15 лет. Ну, наверное, как все юноши, тоже рвался, но был дома вместе с матерью, потому что мать вырастила деда и брата.
В торжественном митинге реквиеме принял участие глава государства. Александр Лукашенко возложил цветы к вечному огню и минутой молчания почтил память тех, кто много лет назад совершил этот последний, но очень важный подвиг. Обращаясь к присутствующим, президент подчеркнул необходимость сохранения общей истории, ведь на основе подвига поколения трагических 40-х закладывался фундамент жизни современных белорусов. Мы с вами должны помнить, что все, что мы сегодня имеем, несмотря на то, что мы создали это своими руками, принадлежит не только нам. Оно принадлежит прежде всего им и будущему нашим детям. Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу, свою судьбу и своих детей. Пусть каждый наш день будет прожит во имя памяти тех, кто сражался и умирал ради нашей жизни, ради нашего будущего, ради сегодняшнего, в чистой, уютной, зеленой, красивой Беларуси, трудолюбивой, с умным и мудрым народом. И пусть Господь нам даст эту мудрость навсегда, чтобы мы могли жить своим умом и на своей земле. Низкий поклон и вечная память героям Великой Отечественной войны. Не жалеет время седовласых героев, ветеранов войны иногда подводит здоровье. Это понятно, возраст. Многим из них далеко за 90. Но на таких мероприятиях ветераны всегда в первых рядах. Александр Лукашенко поблагодарил их за то, что они остаются рядом, являются источником мудрости и жизненных принципов, главным из которых является сила духа. Как показали события войны, мощь человеческой сущности сильнее бомбежек и обстрелов. Образ Брестской крепости стоит в одном ряду с обороной Москвы, Сталинграда, с Курской битвой. Выражая своим присутствием признательность подвигу героев в стенах цитадели, мы отдаем дань уважения всем, кто прошел через жерло войны. Ведь только в крепости сражались представители более 30 национальностей, и все они выполняли свой священный долг. Они защищали большую родину, хотя родились за тысячи километров от Бреста. Война вошла в жизнь нашего народа ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными городами и селами, миллионами загубленных жизней на фронте, в концлагерях, в тылу. Если бы по каждому погибшему была объявлена хотя бы минута молчания, то практически 30 лет молчал бы весь мир. А тем временем над Брестом встает мирный рассвет 2020-го. И вспоминая подвиг солдат цитадели, понимаешь одну очень важную истину. Каким будет новый день, зависит от каждого из нас. Программа рабочей поездки Александра Лукашенко была насыщенной. Уже утром глава государства встретился с военнослужащими 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Посещению 38-й бригады президент уделил особое внимание и значение. Познакомился с историей образования воинского подразделения, заслушал доклады командующего силами спецоперации генерал-майора Вадима Денисенко и командира 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады гвардии полковника Александра Ильюкевича. Главе государства была представлена военная техника, состоящая на вооружении соединения. Показали занятия военнослужащих бригады по боевой подготовке. В это время на специальной воздушно-десантной платформе отрабатывались прыжки с парашютом. Президент ознакомился и с организацией быта солдат. Спортзалы, столовая, казармы. Кстати, одну из них недавно капитально отремонтировали. В завершении визита Александр Лукашенко встретился с офицерами соединения и командирами воинских частей Брестского гарнизона. Большое внимание уделил президент повышению престижа воинской службы. Мы принимаем меры по дальнейшему повышению престижа военной службы. И в этом будем делать все. Все, начиная от тех ребят, которые отслужили, мы им уже даем большие преимущества и льготы. Они должны иметь возможность закончить вуз, чтобы человек, отслуживший в армии солдат, придя через 1,5-2 года, чтобы он не сказал, что он потерял эти годы в своей жизни. Потому что те, кто остались, они имели возможность обучаться, они имели учиться, получать образование. А он выходит через 2 года, он даже забыл, что в школе было. Так не будет. Солдат и офицер, если он захочет, отдает
армии и родине что-то, он должен иметь возможность стать и быть вровень с теми, кто сегодня косит от этой армии. И в этом отношении мы будем предпринимать все, начиная от образования и заканчивая другими жизненными вопросами, насколько это позволит нам экономика. Поднимались также насущные проблемы как государства в целом, так и армии. В частности, глава государства напомнил об обновленной недавно военной доктрине Беларуси, которая была приведена в соответствии с современными вызовами. Главная задача армии сегодня – защита страны. Предметным получился разговор Александра Лукашенко с хозяйственным активом Брестской области. Глава государства отметил, говоря о развитии региона за минувшие годы, что объем промышленного производства вырос в 5,5 раз, экспорт товаров возрос почти в 7 раз до 2 миллиарда 600 миллионов долларов. 136 тысяч семей улучшили жилищные условия, из них порядка 16 тысяч многодетные семьи. Выросли доходы граждан. Александр Лукашенко подчеркнул, что у Брещины хорошие перспективы. Правильно говорят, большое видится на расстоянии. За 25 лет нашего суверенного развития мы сделали огромный шаг вперед в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях, социальной сфере. На примере Брещины это видно особенно. Сегодня некоторые из тех, кто у вас тут пытаются подвергнуть это сомнению, мутят воду, говорят о потерянных годах, о том, что с этой властью мы якобы зашли в тупик, что кругом одни проблемы. К этому надо относиться с пониманием, может быть, даже спокойно. Это естественно, идет политическая борьба. Но цифры ведь не обманешь, а они красноречиво свидетельствуют об обратном. Твердая позиция руководителя страны – поддержка бизнеса и категорическая нет коррупции. Бизнес, который честно работает на благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать. Здесь нас могут рассчитывать. Это моя твердая позиция, я ее не менял и менять не буду. Ну а если какое-то жулье, притом в наглую, нарушает закон и пытается жить за счет того, чтобы утащить у соседа или подальше, жить за счет чужого, частного или государственного, неважно. И этому есть неопровержимое доказательство, у нас с ним поступают, как и во всех цивилизованных странах, по закону. Вы это знаете. Я знаю, что такое коррупция. Я знаю, что это ржавчина, которая разъедает все. И это прямой путь уже не к революции, как говорят, а к Майдану. Наш народ не потерпит коррупционных проявлений, появления олигархата в нашей стране. Александр Лукашенко подчеркнул, что в нынешней обстановке Брест может стать и уже становится главным логистическим центром региона. И это очень важно, но для этого нужно еще очень много сделать. Приоритетным направлением для Брестщины видится логистика. Наше боком данное географическое положение – счастье для нас. Мы находимся на пересечении торговых путей с запада на восток, с севера на юг. Сегодня Брест, Барановичи – это ключевые точки нового шелкового пути. Это миллионы, миллиарды тонн грузов. Огромные деньги и потоки товаров из Китая в Западную Европу. Это центр притяжения для создания информационной инфраструктуры, использования самых современных производственных и логистических технологий. Совместно с правительством незамедлительно вам следует заняться модернизацией подвижного состава и транспортной инфраструктуры области. У вас трасса Брест-Гомель. Это тоже важная для нас с точки зрения и внутренних перевозок, и транзита артерия. Посмотрите, что надо сделать, чтобы привести ее в порядок. Ну и я не скрываю, на принципах частно-государственного партнерства мы замахнулись на строительство такой же дороги, которую мы построили на Гродно, Могилев, Гомель и так далее, четырехполосной дороги. Нам надо южное направление забрать, перехватить все потоки. Также Александр Лукашенко отметил, что есть ряд проблем, которые лежат на поверхности, и решить их нужно в максимально сжатые сроки. Это экономика реального сектора. В январе-апреле значительно снизились объемы чистой прибыли у организаций. Еще одна проблема состоит в том, что рост производительности труда пока отстает от роста заработной платы.
В этот же день Александр Лукашенко встретился с противниками аккумуляторного завода. Встреча получилась конструктивной. Александр Лукашенко пообещал объявить в Бресте после выборов референдум по поводу судьбы предприятия. И уже в воскресенье 28 июня в 12:30 в круглом зале Брестского горосполкома пройдет предварительное обсуждение организации и подготовки городского референдума по вопросу завода аккумуляторных батарей. Всех желающих и заинтересованных ждут. А уже 24 июня Александр Лукашенко вместе с лидерами других стран принял участие в параде победы в Великой Отечественной войне, который торжественно прошел в российской столице. Знаменательно, что величественное по своему масштабу событие состоялось ровно в тот день, в который парад впервые прошел в 1945 году. И в этот день в Российском центре науки и культуры по поручению президента России Владимира Путина участникам встречи, брестским ветеранам, малолетним узникам, жителям блокадного Ленинграда были вручены юбилейные медали «75 лет победы в Великой Отечественной войне». Как это было, смотрите в следующем материале выпуска. Проходит рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь. Командует парадным расчетом старший лейтенант Владислав Шепелевич. К сожалению, в силу разных ситуаций присоединиться к масштабному действию могут не все участники событий 40-х. Для них сегодня в Российском центре науки и культуры силами дипломатического корпуса и городских властей была организована прямая трансляция парада. Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина, участникам встречи, ветеранам, малолетним узникам, жителям блокадного Ленинграда были вручены юбилейные медали «75 лет победы в Великой Отечественной войне». Конечно же, мы не могли не воспользоваться этим случаем для того, чтобы пригласить ветеранов Бреста на наше традиционное чаепитие и вместе посмотреть этот парад в Москве. Но самая главная причина, по которой мы сегодня приглашаем ветеранов, это вручение по поручению президента Российской Федерации юбилейной медали «75 лет победы в Великой Отечественной войне». Среди награжденных сегодня будут и бывший узник концлагерей, и труженица тыла, и блокадник Ленинграда. Особенно знаменательно, конечно, что это сегодняшнее событие происходит здесь, на Брестской земле. Память и победа у народов Беларуси и России общая, поэтому мероприятие получилось по-настоящему дружеским и семейным. То, в чем в первую очередь нуждаются ветераны сегодня, это внимание и забота. Встреча прошла в формате дружеского чаепития, где его участники смогли вспомнить тех, кого уже нет с нами, а также рассказать фронтовые истории. Самое ценное, что эти героические люди могут подарить современному поколению молодежи. Это великая победа 75 лет назад. Она была добыта советским великим народом. Большой вклад в эту победу внесли и белорусы, и украинцы, конечно же, россияне, и участники войны с других союзных республик. Поэтому это наше общее достояние, это наша общая победа, и мы вправе гордиться все вместе этой победой. Кроме того, в фойе Российского центра науки и культуры участники встречи смогли познакомиться с выставкой, посвященной событиям на Курской дуге. Редкие архивные фотографии, репортажи с места событий, собранные полевыми военкорами, как нельзя лучше рассказывают о тех непростых событиях. Вернисаж находится в открытом доступе, с ним могут познакомиться все желающие. Вы смотрите программу «Итоги недели». Мы продолжаем. Они следят, как соблюдаются законы, представляют обвинения в судах и контролируют деятельность правоохранительных органов. Работники прокуратуры отметили накануне свой профессиональный праздник. Своих коллег со значимым днем поздравил прокурор Брестской области Виктор Климов. Как и полагается, в праздничный день государственными медалями и грамотами были награждены лучшие представители профессии. В канун профессионального праздника прокуроров наша съемочная группа узнала, как складывается рабочий день работников прокуратуры, на чем акцентируется деятельность молодых сотрудников и по каким критериям оцениваются кандидаты на прокурорское кресло. Брещанка Кристина Жменчук, как и тысячи горожан, с утра едет на работу. Сложно представить, но за хрупкой внешностью скрывается серьезный и непредвзятый сотрудник прокуратуры. Работы у леди в погонах много. Она осуществляет надзор за исполнением законодательства о профилактике правонарушений и преступлений, антикоррупционного законодательства и по вопросам защиты прав детства. Профессия юриста привлекла еще в старших классах школы. Сегодня самое главное для Кристины Жменчук
Демчук находить ту самую грань между законностью, справедливостью и человечностью. За время работы в органах прокуратуры я не только не разочаровалась в избранной профессии, но и успела по-настоящему полюбить то, чем я занимаюсь. Конечно, бывают определенные сложности и некоторые минуты отчаяния, так как работа действительно связана с большим объемом информации, да и ситуации, с которыми мы сталкиваемся в работе, не всегда радужные. Но в беде никто не оставляет, коллеги всегда готовы оказать и практическую помощь, и психологическую, если это будет нужно. Безусловно, не рассматриваю никакие варианты переводов, мне нравится то, что я делаю, я себя чувствую в этой работе комфортно и думаю, что у меня есть определенные перспективы. Брещанин Михаил Ющук работает в прокуратуре около года. В его задачи входит надзор за порядком ведения административного процесса Бреста. Работа стрессовая, но молодой человек уверен, трудности воспитывают характер и повышают профессиональное мастерство. Защищать права и свободу людей – вот то, ради чего он пришел в профессию. Профессия одна из самых престижных, но в то же время одна из самых сложных. Когда я сдавал государственные экзамены для получения квалификации юрист, в приемной комиссии был прокурор города, который меня заметил и предложил мне сдать квалификационные экзамены для поступления на службу в органы прокуратуры. Я согласился, экзамены сдал, прошел стажировку и в 2019 году был принят на должность помощника прокурора города Брест. Тонкостей и нюансов в профессии прокурора много. Основное требование к кандидатам на эту престижную должность – высшее юридическое образование. Основное, но не единственное. Помимо профессиональных навыков, кандидат на прокурорский статус должен обладать такими человеческими качествами, как честность, ответственность, принципиальность и неподкупность. Мы проводим большую работу среди выпускников юридических факультетов высших учебных заведений. И можно сказать, что органы прокуратуры Брестской области состоят из молодых прокурорских работников, потому что каждый пятый прокурорский работник в возрасте до 30 лет. Ежегодно к нам приходит порядка 5-7 молодых сотрудников. Это выпускники высших учебных заведений юридических факультетов нашей страны. На этапе стажировки молодым прокурорским работникам приходится заниматься разными видами надзоров. Это и поддержание государственного обвинения в суде, это и проведение различного рода проверок, подготовка исковых заявлений в суд. Ну а в дальнейшем уже по истечению 6 месяцев, когда назначаются стажеры на должность прокурорского работника, им определяется конкретный круг должностных обязанностей. Может быть, это быть надзор за предварительным следственным дознанием, может быть, это надзор за уголовно-судебный надзор, гражданско-судебный надзор. В свой профессиональный праздник сотрудники прокуратуры Брестской области собрались в значимом для каждого месте святочтимой цитадели над Бугом. Возложили цветы к вечному огню, чтобы почтить воинов, погибших за освобождение Беларуси. После чего провели торжественное собрание. Поздравил коллег прокурор Брестской области Виктор Климов. Работников всегда отличали высокая самоотдача и ответственность, честность, глубокое знание дела, принципиальность и требовательность. Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов прокуратуры здоровья, благополучия, а также успешного выполнения всех намеченных планов на благо нашей страны. На собрании состоялось награждение лучших прокурорских сотрудников. За безупречное исполнение служебных обязанностей медалью за безупречную службу было награждено 5 прокуроров. Заслуженных людей на таком высоком уровне отмечают, как правило, нечасто. Поэтому вручение медалей – событие особенное. Это не только моя заслуга, но и заслуга моего коллектива прокуратуры Луневского района. Я благодарен им за ту работу, которую они делают в исполнении и защиты прав и законных интересов наших граждан и государства в целом. Хочу отметить, что прокуратура – это надежная опора нашей государственности, а компетентность, честность, верность, долг, присяги – это те основные качества прокурорских работников, которые в настоящее время несут службу. Для меня это, конечно, безусловно, большая честь, и я оцениваю эту награду
как заслугу и высокую оценку работы не меня лично, а всех государственных обвинителей, органов прокуратуры Брестской области. Это их заслуга, это их тяжелый труд. Самая важная задача – это обеспечить поддержание государственного обвинения по всем уголовным делам, которые рассматриваются с участием прокурора, поддержать качественное обвинение, обеспечить законность приговоров, обеспечить справедливость приговоров. И если статистика показывает важные, но сухие цифры, то здесь, на церемонии награждения, мы видим конкретных людей, от работы которых зависит вера людей в закон. 25 июня в Беларуси начался первый этап вступительной кампании 2020-го. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь абитуриентов, которые отправились сдавать экзамены практически на 2 недели позже обычного. Хотя это было неплохое время для того, чтобы еще раз освежить знания и доработать то, что было упущено. В подготовку и организацию вступительной кампании в этом году, впрочем, как и в предыдущие, включилось большое количество служб и ведомств. Контроль за ходом испытаний возложен на Комитет государственного контроля, который будет следить за происходящим вплоть до зачисления. Причем не только в высшие, но и в среднеспециальные учебные заведения. Как шла подготовка и насколько оптимистично настроены абитуриенты 2020-го, узнавала наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Подготовка вступительной кампании 2020 началась в нашей стране задолго до начала централизованного тестирования. Внесла свои коррективы в формат проведения пандемии. Соблюдение условий безопасности стало одним из приоритетных критериев. Членам комиссии предстояло решить, как рассадить в аудиториях абитуриентов, как поделить на 2 группы желающих сдавать самые популярные предметы – русский язык и математика. Ответственные за каждый этап были определены. Наблюдение в целом за ситуацией возложено сотрудников Комитета государственного контроля. В рамках выполнения поручения главы государства по предоставлению гражданам равных возможностей для поступления в высшее среднее учебное заведение страны, создана областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании. Аналогичные комиссии созданы в каждом из 4 вузов области и 22 средних учебных заведениях. В работе комиссии будут задействованы порядка 1000 человек, среди которых прежде всего, конечно же, работники Комитета государственного контроля, учреждения сферы образования, государственных органов и общественных организаций. И так будет на каждом испытании. Всего в этом году было выдано около 38,5 тысяч пропусков. Многие молодые люди воспользовались возможностью сдавать 4 вступительных экзамена вместо 3. Более 38 тысяч пропусков выдано. Соответственно, если считать физических лиц, это примерно около 11 тысяч физических лиц. Ребята выбирали, соответственно, как 1 предмет, так и 3 предмета, так и 4 предмета. Соответственно, опять же, как говорится, традиционно, как и в прошлые года, у нас пользуются, так скажем, спросом это языки, русский и белорусский язык. Соответственно, так скажем, на 3-м месте это математика, физика, иностранные языки. Ну и, соответственно, уже, так скажем, поменьше по спросу, может быть, география, общество, как говорится, и так далее. Волнение присутствует, однако дух все же боевой. Это можно было отметить за несколько первых дней проведения тестирования. Екатерина Щербач приехала для сдачи тестирования с района. Будущего экономиста в этом непростом шаге поддерживает мама, учитель белорусского языка, вместе с которой девушка готовилась к сдаче экзамена. Настроением набрать хорошие баллы, поступить в университет мечты. Как бы я считаю, что я сделала все, что от меня зависит, повторила все правила, правопис, присловие, всего. То, что я буду сдавать белорусский, я решила еще в 10 классе. У меня мама учитель белорусской мовы, поэтому это как бы было очевидно. Ну, готовилась на протяжении 2 лет, 10-11 класс. Тем, кто по уважительным причинам не сможет попасть на экзамен, необходимо обратиться в региональный центр тестирования и пройти регистрацию на резервный день испытаний. Они в этом году, к слову, будут организованы во всех областных центрах страны. Волнительно в эти дни и абитуриентам среднеспециальных учебных заведений. Для них вступительная кампания началась еще 15 июня. Тем, кто видит себя в строительстве, будут рады в профессиональном лицее строителей. Перечень предлагаемых в лицее специальностей достаточно велик. Ознакомиться с нюансами приема и необходимыми документами можно на официальном сайте учреждения. У нас запланировано 189 учащихся. Мы набираем 2 группы на основе общего среднего образования и 5 групп на основе общего базового образования. На основе общего среднего образования мы набираем группу электрогазосварщиков и штукатуры, облицовщики-плиточники. На основе общего базового образования мы набираем каменщик, плотник, бетонщик, штукатур, маляр, строительный, облицовщик-плиточник, электрогазосварщик, ручной сварки, газосварщик
и каменщиков-лесовщик-плиточник. В Брестском государственном торгово-технологическом колледже также рады абитуриентам. Здесь, вопреки стереотипам, можно получить не только профессию продавца. Повар, контролер, кассир, технолог, кондитер, официант, бармен. И это не полный список предлагаемых специальностей. И главное, что гарантирует в учреждении – первое рабочее место. Наши специальности все востребованы. Все наши выпускники трудоустроены, несмотря на трудности временные с пандемией и так далее. Все они работали, все они работают. Мы не прекращали учебного процесса. У нас все, в общем-то, все дети. И сейчас очень много заявок на выпускников, как на общественное питание и на торговых работников. Поэтому я считаю, что те абитуриенты, которые к нам придут, у них гарантировано будущее. На протяжении всей вступительной кампании во все учреждения образования в Комитете государственного контроля будет работать горячая телефонная линия, позвонив на которую, уточнить информацию или решить проблему будет намного проще и быстрее. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашонок, Александр Макаревич. Итоги недели. 26 июня был отмечен как Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В нашей стране проблеме дается серьезный отпор. Ведется активная работа по профилактике наркомании и преодолению зависимости потребителей. Ситуацию удается держать под контролем, но все же проблема остается актуальной. Повлияла ли пандемия на ситуацию с наркотрафиком в Бресте? Кто считается лучшим сыщиком губительных веществ? И почему нельзя думать, что эта проблема вашей семьи не коснется? Смотрите специальный материал. В мае этого года в Березовском районе на сбыте наркотических веществ попался 36-летний мужчина. Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили более 4 килограммов марихуаны, а также 12 грамм гашиша. Как выяснилось в ходе следствия, мужчина выращивал и сушил на своем участке коноплю. Такие новости – не редкость в белорусских СМИ. Однако сегодня регистрируется спад оборота наркотиков. В милиции не удивлены. Коронавирус, пандемия, закрытые границы. У нас идет снижение наркопреступности. Это прежде всего связано на сегодняшний момент с эпидемиологической ситуацией, которая происходит во всем мире. Это одной из причин, получается, закрытие внешних границ, самоизоляция некоторых граждан, контроль за грузоперевозками, грузового транспорта, который пересекает государственную границу. В связи с этим стоимость наркотиков повысилась. Конечно, крупные задержания имеются. Если брать последний пример, то нами перекрыт канал поставки наркотика из Российской Федерации, изъято 2,5 килограмма альфа-ПВП. Каждый полученный в результате задержания образец проходит через экспертизу, а их только за 5 месяцев 2020-го экспертами Брестской области проведено порядка 280. Растительные, синтетические, лекарственные наркотики. Все подозрительное оказывается в хроматомасс-спектрометре. Это аналитическое безошибочное оборудование работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Чувствительность прибора высокая. Эксперты-химики нашего управления оснащены высокоточным аналитическим оборудованием, хроматомасс-спектрометры, которые работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Чувствительность прибора достаточна для выявления веществ в количестве от микрограмм до нанограмм. Процесс анализа занимает около 40 минут. Система наша в комплексе с компьютером и специализированным программным обеспечением способна идентифицировать все вещества, включенные в республиканский перечень наркотических средств, в котором на сегодняшний день внесено порядка 700 позиций. Люди в форме предупреждают, в Беларуси оборот любых наркотических веществ запрещен и влечет уголовную ответственность. За сбыт можно получить до 15 лет лишения свободы. Бьют тревогу и медики, постоянно повторяя. Главная ошибка – считать, что вашу семью эта проблема точно не коснется. Большинство обращений – это, к сожалению, все-таки лица, которых доставили. То есть они были задержаны, и среди прочего в отношении них, то есть идет момент того, что их нужно лечить. Но есть и самостоятельное обращение, и что очень приятно, зачастую это именно лица очень молодые, то есть 16, 17, 18, ну где-то до 25 лет, именно которые попробовали несколько раз эпизодически, получили проблемы и пришли проконсультироваться, то есть на анонимных условиях, то есть, но зато добровольно. Одна из главных проблем в наркомании –
это подделки. То есть лица очень часто не понимают, что то, что они покупают, не, ну, то, что написано на сайте, то, что написано на упаковке, не обязательно соответствует содержимому. Проверить так, как это делают там в фильмах, на просвет или там попробовав на язык и так далее, это все киношные домыслы. Без лаборатории ни один специалист по внешнему виду вещества не определит, что это. Работа милиции – пресекать, экспертов проводить исследования, врачей лечить. А поиском наркотиков занимаются четверолапые напарники. В кинологическом городке войсковой части 55-26 11 вольеров. Джерри, Бетти, Рокси. За каждой служебной собакой закреплен инструктор. Своего белого лабрадора кинолог Алексей Полонычко называет лучшим другом. Даже после рабочего дня они проводят время вместе. Лабрадор Бетти имеет чуткий нюх. Скоро она вместе с инструктором пройдет обучение в Могилеве и будет работать по поиску наркотиков. Зовут Бетти. Добрая очень собака. Умная, все понимает с полуслова, работает. Самый верный друг, то есть, ну, всегда с ней вместе, постоянно, каждыми днями, очень много времени и проводим вместе. В войсковой части есть бельгийские и немецкие овчарки, а также лабрадоры. У каждого четверолапого помощника своя миссия – патрульная, саперная, розыскная. Служебные собаки в борьбе с торговцами наркотиками были и остаются главным оружием. Ведь их острый нюх пока не может превзойти ни один высококлассный прибор. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БукТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54 63 67. Не забывайте, канал БукТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Я Виктория Нечаева, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким.